Всем привет! 29-я серия турецкого сериала «Плен» выйдет 29 декабря. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть на следующий день ближе к вечеру. Если вы хотите, чтобы Афифе больше не мучила Хиру, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Афифе хитростью во время разговора выудила правду у Хиры, и теперь она знает, что ее владельцем был Цезар. Хира знала, что если она расскажет об этом, то ей причинят вред. Но почему-то она не промолчала. К тому же Архун заранее ее предупреждал об этой ситуации, и он просил держать личную информацию в тайне от семьи. Хира начала делать ошибки одну за другой. Афифе в гневе. Теперь она понимает, что Хира причастна к гибели Нихан, и она будет ее унижать еще больше. А зрители будут наблюдать за этим. Когда Хира не видит, Архун с восхищением смотрит на нее. Его удивляет ее благородство, ум и умение держать себя в обществе богатых людей. Постепенно Архун влюбится в Хиру, но будет скрывать свои чувства. Кенан очень много помог Мерьем, и это доказывает то, что он до сих пор ее любит. Тем более он несколько раз рисковал собой, чтобы ее защитить. Но как раз в этот момент, когда они почти помирились, приехала его давняя подруга Арза, которая встанет между ним и Мерьем. Если вы планируете и дальше смотреть данный сериал и не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.